Проекты по развитию общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, реализуются во многих деревнях и селах республики. Жители сами решают, что в первую очередь надо благоустроить. Мои коллеги побывали в Канашском и Янтиковском районах и увидели, что изменилось там благодаря программе инициативного бюджетирования. В деревне Сугайкасы Канашского района открыли две дошкольных группы. В ней очень нуждались жители. Так что двухлетняя Софья Михайлова теперь под присмотром воспитателей. Открылась новая группа как раз в сентябре. И вообще очень рада, что в нашей деревне появилась дополнительная возможность и рабочих мест, и то, что дети у нас не уезжают куда-то далеко, а остаются здесь же. Располагаются они в здании школы. На реконструкцию потратили около 1 000 000 рублей. 600 тысяч выделили из республиканского бюджета, 300 тысяч из районного и 100 тысяч рублей собрали сами жители. Вот все вместе мы как бы решили выбрать этот проект, потому что он был у нас очень востребован. Родителям приходилось своих детей вести в город Канаш, в детский садик. И после этого они уже в школу не возвращались, оставались в школах там же. Поэтому возникала проблема, то, что в школе все, детей становилось все меньше и меньше, а закрытие школы скоро мог настигнуть такой вопрос. Теперь вопрос так не стоит. Рождаемость в деревне увеличилась. С появлением групп родители вздохнули с облегчением. Есть куда определить ребенка. Эти две группы у нас на настоящий момент могут принимать 40 детей. На сегодня туда ходит 33 ребенка. Это в младшей группе 15 детей и в старшей группе 18 детей. То есть у нас, если кто-то, например, пожелает, у нас дополнительные места на сегодняшний день имеются. Вообще жители в Сугайкасах очень активные. В прошлом году в рамках этой программы отремонтировали крышу в клубе. В следующем планируют обустроить здесь же второй этаж. Реализации ждут еще 10 проектов по ремонту дорог, строительству моста и другие. В соседнем районе Янтиковском инициативных жителей тоже немало. В Яншихово-Нарвашском сельском поселении капитально отремонтировали детский сад. Впервые за долгое время. В течение 30 лет никаких ремонтных работ произведено не было. Садик находился в плачевном состоянии. И чтобы дети воспитывались в благоприятных условиях, мы выбрали садик. На территории Янтиковского района 10 сельских поселений. Все они активно включились в программу по инициативному бюджетированию. Заявки принимаются до 13 декабря. Так что еще можно успеть войти в программу 2019 года. С прошлого года мы начали участвовать в конкурсе по инициативному бюджетированию. В прошлом году у нас 4 проекта выставлены были сельскими поселениями, и все победили. В основном социальные объекты ремонтировали детские сады, 3 детских сада отремонтировали. Также другие были объекты. В этом году всего у нас 6 объектов, участвуют 6 сельских поселений. Всего выполнены на 12 миллионов по инициативному бюджетированию. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.